взвешенным, национальным и кадровой политикой. Вообще-то кадровой стране напряженка, а с кадрами в межнациональных отношениях, в плане сохранения стабильности, мира и согласия. Вообще, если кто-то будет мне сейчас претендовать, я вам такие факты изложу, да, отношения моих, как атамана кубанского казачьего войска, что вы тут все про что попадете. Да. Я бы следовал советам, которые шли из Москвы, я вам скажу, ситуация была на том, как еще, когда меня требовали покрывать казаков добровольцем, воевать Чечню и Ингуши. А этого не произошло, потому что я кубанский казак. И я знаю, в каком регионе я живу. И понимал всегда, что на стабильность теперь я тоже несу ответственность разных президентов, Шарифов, Светлану, Владимиру Хубиеву и другими президентами, которые сохраняются. А самое главное, народ сохранял вот это. Народ, как печатник, который взял жизненный опыт совместного труда, совместной защиты от чести во всех войнах и так далее. А нам тут отсюда другие рекомендации дают. Если бы следовать, повторяю, ситуация была значительно. Хотелось бы отметить все это. Мы говорим, мы даже подходим. Я вот противный, мне вся рука укусит. Но не могу, мы же обсуждаем проблему русских на Кавказе, да? Нас собрали сюда, читали меморандум. Цель нашего клуба стала дать рекомендации властям федеральным, региональным, местным, как сохранить русских на Кавказе и как решить проблему. Извините меня, в нашем меморандуме посылка к федеральному центру на самом последнем месте. Это что ж дадут дубль такой наш разговор круглый? На самом последнем месте, обратите внимание. А впереди все обращение к общественности, к нам, баражатым, кубладным, авторитетным, неавторитетным. Ребята, вы там давайте решайте, решайте. Так не пойду. Уже государство. Пора для ответа за ситуацию в стране, а тем более за ситуацию на Северном Кавказе. Иметь все, даже только иметь в стране Северный Кавказ, только уже достойно, чтобы было министерство по делам национальности. А если я не то, что как Россия представляет собой. А у нас Бог дело знает, что какой-то регионер. Прошу прощения за имя. Вы знаете, что меня в этой ситуации беспокоит? Говорим о сложностях, они имеют место. И даже в тех республиках, которые мы можем, даже идея у нас, слава Богу, там сохраняется все. Но ведь тенденции эти, они имеют место. Во всех, даже там и спокойнее. Кубанские войска – это Краснодарский край, это Республика Адыгея, это Карачаево-Черкесия. А в принципе, мы с казаками между собой общаемся и имеем контакт. При моей помощи Краснодарский край, Ингушетия и Чечня переселили 1500 семей. Казаки прорывали на Кубани, только два казачьи войска, кубанские и чешские. Мы настолько близки с горскими народами, живущими рядом, настолько понимаем друг друга и их менталитет, что Россия должна использовать вот этот накопленный столетий опыт совместного проживания. А этого не происходит. И вы думаете, что 1500 семей больше 300 тысяч называли, которые ушли? Они что, забыли? Они что, прекрасно живут в новых условиях? Они что, там все это прости? Да нет. Ну, настолько менталитет этих людей. Тогда я предлагал, давайте Кубань достигнешь и немного приборим. Они настолько привыкли видеть вот впереди, хоть сзади себя эти приборья, все они поселили, либо близко к Войковскому району, в Белореченском, а в Широком районе. Это люди, они сейчас себя, мы их на них банки, ребята, часть северокавказской цивилизации. И все это необходимо учитывать, выстраивать эту политику. Хотелось бы, что меня беспокоит, потому что я не только атаман, то я не только кузак, чиновник, как советский концерт, 76-го года работы в университете. А меня беспокоит, а что у нас товарищ, не помню, как его фамилия. Меня беспокоит. Что дальше придет на смену нам, здесь сидящих? Поколение людей, нынешней молодежи, которые не только физически слаба и нездорова, но она и нездорова и нравственна. Это не только казаки, это не только боги, все общество нравственно и нездорово. Кавказ сейчас нуждается в следующем моменте.
это все это. Я считаю, что он должен быть обозначен нашим мембранам. Четко звучать обращение к федеральным, региональным властям и всем другим. Принять все условия для того, чтобы проводить вешенную даду и национальную политику. Задать условия для экономического развития Северо-Кавказского региона. Задать условия, и должно быть обозначено в этом документе. Зачем мы сидим, когда говорим, Бог меня, теряй время. Владимир Прокопович, давайте договоримся, что если вы готовы внести эти изменения... А я вам не говорю, дорогая, я хочу, чтобы вы записали. Вы должны сидеть написать. Что же хочешь, чтобы я как-то сидел писал? Нет, я не прошу вас писать. Все направлено на то, чтобы сохранить и вернуть население Русского. Кто там сомневается, что нельзя вернуть тех, которые ушли оттуда, извините. Говорили, что куда... Так, течет вода в Мазинке, куда нельзя пришли. И только вода текла. Вся страна текла туда. Кто сомневается в силах нашей Единой России, если она примет эту программу или решение, вернут русских, дадут русских и куда-нибудь. Так что это делает? Была бы воля. Была бы воля и желание. Поэтому вот это все должно быть написано. Кто там пишет? Секретарь? Или так собрание? Вы очень быстро говорите, мы будем снимать. Да, еще одно. Знаете, обращайтесь к молодежи. Обращаясь к молодежи, ее состояние, ее знание истории, культуры и традиции. Я общался с родителями, общался с врачами, я верный человек нашей культуры. Они все говорят, что нет того влияния стариков, старшего поколения, на молодежь. Она уже выросла другая. Ей уже все это дело постольку-постольку. И в мечети там она пойдет, это при другое положение. Тогда о чем мне надо говорить? Тогда все это, о чем мы говорим, не только государственные власти. Это должно быть приоритетнее. Институтов образования. Это дело зрительное. Воспитание молодежи нужно сейчас заниматься уже давно. Сфера культуры, для сохранения культуры и так далее. Почему Кавказ сейчас так никогда нуждается в положительных факторах, положительных мероприятиях, которые мы показываем, как наши дети вместе крутились, вместе работали, вместе воевали, вместе дружили. Все положительные эмоции, положительные факты должны преобладать. На следках факта телевидения, наше телевидение, если тут надо вечера посмотреть, чокнулся, а на другой день деньги дадут. Вот почему мы говорим, я тут говорю, чокнулся. Я для примера просто вам скажу. Я эмоционально, потому что я уже это не могу слушать. В 2006 году Кубанский область провел забойное мероприятие. Забойное мероприятие. Какое? Мы провели войско, не чиновники, повторяю. Потому что начали чиновников, что не получить любую посевную кампанию завалят. Они живут в страхе, как бы тут рано вечером уходить на часть. Без инициатив и без ничего. Забавно. Так вот, войско Кубанское провело мероприятие, посвященное приближающейся годовщине Первой мировой войны. И мы собрали в Краснодаре потомков всадников дикой дивизии, потомков подчеркиваю, потому что когда мы чиновники начали, да мы придем представитель, найдите куда пошли представитель. Собрали потомков всадников дикой дивизии. Вы знаете, город до революции не оказалось чужих русской армии. А 7 тысяч этих царников воевали за русского царя и за Россию. А теперь за мир. Собрали ходоков георгиевских кавалеров. Со всего Кавказа, от Афганистана до Абхазии 186 человек заехали. Вот оно что сближает народ. Вот когда им отдались. Да призвал всех молодежь, которая гордо училась в вузах Краснодара. Придите и послушайте, как воевали ваши деды и братья. За Россию воевали. Потому что у них уже другая. А если посмотреть еще, что там в интернете творится, там вообще мы не знаем, что там молодежь. Там такая поломка. Ну, если будем дальше почивать талантом на нашей фабричке медновостовочки, получим вот еще хуже, чем там энергия, больше их сторон. Положим. Ну что пора достать? 14-й год приближается. Пишу полномочиям, там Устинов сидит в Ростове-на-Дону. Дорогой товарищ, есть постановление,
представителей всех республик, меня и правит общественным председателем комитета по подготовке к своей Первой мировой. От Кабарды была большая делегация, от Ингушетии, от Чеченко не было, они от Ангелии по всей стране. Пишу, откуда приходит? Да, эта проблема не имеет значения. Вот это республика сами проводит. Хотя было решение в 2006 году. Но в 2014 году каждая республика провести мероприятие и почерпывать ветеранов. Помнить, напомните. Первой мировой войны должны все портреты в школах на детей, Карачаевских, их имена должны знать и гордиться. И видите, Ингушетии, Кабарде, Розенков. Ладно, пишу президенту России. Уважаемый ту-ту-ту, прошу вашим указом принять меры по подготовке столетия юбилея Первой мировой. Что мне предлагают, как мне кажется, президенту? Ваша бумага отправлена в Министерство обороны. Ну, думаю, эти же точно пришли. Точно их прислали. Владимир Рабович, вы проводите, а мы вам информационно обеспечим. Спасибо вам, ребята, проводите. Повторяю, Кавказ нуждается в положительных фактах во всем том, что сбежало, что создает положительный фон. Положительный. Иначе ничего не будет. Прошу прощения за эмоции, но это еще не все. Спасибо большое за очень хорошую.